Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня Данил Козловский, который сам подал иск к Виталию Бородину, что он там не сбегал в Америку и так далее, не явился в суд. Виталий Бородин сообщил о том, что, напомню, это глава фонда борьбы с коррупцией, значит, который написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского, который с его точки зрения выступил против и уехал в Америку. У него в Америке дочь, но вот сейчас спектакли перенесли, и все ждали, что вот в суде, так сказать, Козловский с ошибками составили заявление, в итоге суд не принял это заявление. Но вы знаете, дело все в том, что теперь его отправят на передовую. Я почитал сейчас в СМИ, пишут, что Виталий Бородин предлагает Козловскому поехать, значит, в ДНР с гуманитарной помощью и тем самым проявить свою гражданскую позицию, собственно говоря. И тогда вопросов уже никаких ни у общества, ни у кого не будет к нему. Потому что, ну вот, человек приехал на передовую, привез гуманитарную помощь. И, ну, вы понимаете, что если у него дочь в Америке, и станет известно, что это артист российский, который ездил и привозил помощь на Донбасс, то, естественно, я думаю, что в Америку ему дорожка будет закрыта. Но в данном случае, я считаю, Виталий Бородин абсолютно правильно поступает, и его поддержали многочисленные подписчики. Я смотрю в комментариях, люди поддерживают, потому что Козловский, получается, зарабатывает здесь в любом случае, и он едет в Америку, дочь там живет. Значит, дочь, маленькая дочь, но деньги везет туда. То есть вопрос в том заключается, что вот, скажем так, без суда можно решить вопрос, проявив свою гражданскую позицию. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.